Мы с вами дошли до 4 главы книги Руфь, это последняя глава, остается совсем чуть-чуть. И в следующем отрывке из начала 4 главы книги Руфь мы с вами встретимся с новой для нас темой, это тема искупления. Давайте прочитаем 4 главу книги Руфь, стихи с 1 по 10. Руфь, 4 глава, с 1 стиха. Воос вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственника, о котором говорил Воос. И сказал ему Воос: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Воос взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Воос родственнику: «Наимин, возвратившийся с полей моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елемелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Воос сказал: «Когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе». И снял сапог свой. И сказал Воос старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елемелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руфь моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». То, что мы видим в этом отрывке, представляет собой особый обычай, который когда-то существовал на Ближнем Востоке. Это обычай родственного искупления. В связи с этим мы рассмотрим с вами, во-первых, что такое родственное искупление, как оно выглядит, как оно работает, что оно из себя представляет. И затем мы поговорим о том, какое это имеет отношение к израильскому народу и затем к церкви. Итак, что такое родственное искупление? Давайте рассмотрим понятие о родственнике-искупителе. Понятие о родственнике-искупителе играет большую роль в книге Руфь. О важности этого понятия свидетельствует тот факт, что в самой книге Руфь слово или слова вот с таким вот корнем, который обозначает это понятие о родственнике-искупителе, встречаются 21 раз. Эти слова рассеяны по всей книге, хотя в русском переводе они передаются по-разному, не всегда одинаково, но я приведу лишь несколько примеров, чтобы вы увидели, где, например, в книге Руфь встречается вот это вот слово, это понятие родственного искупления. 20 глава, 20 стих. «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Вот на месте это слово «родственник» стоит особенное слово. Были и другие слова в еврейском языке, обозначающие родственников, но вот здесь вот стоит особенное слово, корень которого как раз передает вот это вот понятие «родственник-искупитель». Руфь, 3 глава, 9 стих. «Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник, ибо ты родственник-искупитель». Руфь, 3 глава, 13 стих. «Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет, а если он не захочет принять тебя, то я приму». Вот все четыре раза, когда здесь в этом стихе встречается слово «примет» или «принять», здесь стоит тот же самый глагол, однокоренной глагол, как до этого было «родственник-искупитель», вот от него же образованный глагол «искупить». «Если он искупит тебя, то хорошо, пусть искупит, если не захочет искупить, то я искуплю». Руфь, 4 глава, 4 стих. «Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я, тот сказал, я выкупаю». Во всех пяти случаях, когда встречается слово «выкупить» или «выкупаю» в этом стихе, употребляется тот же самый корень. 4 глава, 6 стих. «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела, прими ее ты, ибо я не могу принять». «Прими и принять» — вот тот же самый глагол родственного искупления. 4 глава, 14 стих. «И говорили женщины Наимини: благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника.
На месте слова «наследник», вот так вот неожиданно переведенное это слово «наследник», там стоит тот же самый корень, то же самое слово «родственник-искупитель». Он не оставил тебя ныне без родственника-искупителя. Итак, мы видим, что это слово, оно рассеяно по всей книге, оно играет большую роль, часто встречается, хотя в переводе не всегда очевидно, что речь идет об одном и том же. Что же подразумевало собой такое вот родственное искупление? В еврейском языке было несколько слов, обозначающих «искупать», или которые переводятся на русский язык как «искупать» или «искупление». Например, было слово «пада», которое обозначало «вносить выкуп или платить цену». Например, когда выкупают раба, за него платят деньги, и вот эта уплата выкупа, уплата стоимости раба передается вот этим вот глаголом «пада», то есть «платить», по-другому можно сказать, «покупать». Другое слово «кипер». От него происходит название известного праздника, День искупления, по-еврейски «Йом-Кипур». Слышали наверняка название этого праздника. Вот «кипур» – это от слова «кипер» – «искупать». Это искупление подразумевало ритуальное искупление, ритуальное очищение при помощи крови жертвенного животного в храме. Это тоже искупление, но уже другое, да, видите, другая идея. Предыдущая идея – это уплата цены, а эта идея – это искупление при помощи принесения в жертву животного. Чуть-чуть другой нюанс, и, соответственно, это добавляет некую грань к нашему пониманию того, как Господь совершает наше искупление. Но ни одно из этих слов не употреблено здесь. В книге Руфь используется другое слово, особенное слово – это глагол «гааль», можете запомнить его, «гааль». Вот, будет первое слово в вашем еврейском лексиконе. Так вот, этот глагол, что же он означает? Чем это искупление, которое передается глаголом «гааль», отличается от других синонимов? Есть ли у него какой-то свой уникальный оттенок смысла? Да, есть. Это слово «гааль» обычно подразумевает привилегии или обязанности, относящиеся к близким родственникам. В Древнем Израиле, а также и в некоторых других ближневосточных культурах, было понятие «родственник-искупитель» – «гоэль». По-еврейски это то же самое слово, тот же самый корень, гласные чуть-чуть другие, да, отсюда другая форма слова, но корень тот же самый. Вот, одно слово на еврейском, на русский мы затрудняемся его перевести, потому что у нас нет такого вот точного эквивалента. Ну, у нас другая культура, у нас нет даже понятия о том, что родственник что-то совершает. Да? Вот. Но мы обычно переводим его как родственник-искупитель. И вот именно с этим понятием «гоэль», родственник-искупитель, мы имеем дело как раз в книге Руфь. Что входило в обязанности родственника-искупителя? В обязанности родственника-искупителя входили несколько вещей. Во-первых, выкупить своего близкого родственника в случае, если тот окажется проданным в рабство. Такое могло произойти, если человек, допустим, влез в долги, и до такой крайней степени доходят его долги, что его самого продают в рабство, или он продался в рабство за долги. И вот тогда в обязанности его ближайших родственников входило выкупить его как можно скорее. Об этом говорит книга Левит, 25 глава, 47-48 стихи. «Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, ну, то есть переселенца, эмигранта, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его». Вот то же самое слово, тот же самый корень. Это обязанность. Кто-то из братьев должен выкупить. Далее родственник-искупитель должен был не только выкупить своего брата, в случае, если тот продастся в рабство, но он должен был выкупить поле, проданное во время нужды. Левит, 25 глава, 25 стих. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник». Вот на месте этого выражения «близкий его родственник» стоит то же самое, одно единственное слово «гоэль». «И выкупит проданное братом его». То есть, чтобы имущество не перешло другому семейному клану, не ушло в другое колено или тем более иноплеменникам, обязательно нужно было выкупить это. И обязанность выкупа имущества ложилась на ближайших родственников, то есть на вот этих вот «гоэль». В
В-третьих, родственник-искупитель должен был отомстить за убийство члена семьи. Отомстить за убийство. Числа 35 глава 19 стих. Числа 35:19. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу, лишь только встретит его, сам может умертвить его. Вот на месте слова «мститель за кровь» стоит как раз вот это слово «гоэль», то есть ближайший родственник, обладающий правом родственного искупления, мог совершить вот это вот мщение. Но была у родственника-искупителя и еще одна обязанность. Согласно книге Второзакония 25, 25 глава с 5 по 10 стихи, если по смерти мужа женщина оставалась бездетной, то ее должен был взять в жены брат мужа. Взять в жены брат мужа. Для чего это делалось? Для того, чтобы родившиеся от нового брака дети сохранили имя и владение умершего. Как мы с вами уже несколько раз упоминали, вот от этого нового брака, когда брат мужа возьмет ее в жены, первый ребенок, первый наследник, который родится, он будет в родословных записан не по имени его физического отца, но по имени умершего мужа вдовы, то есть первого ее мужа. И таким образом он будет считаться в родословных его сыном, и он сохранит как бы его фамилию, сохранит его имя в родословной на протяжении последующих веков это будет передаваться, имя сохранится. И вдобавок к этому сохранится наследие земли. Наследие земли останется за его потомками, за его семьей. Все это должен был сделать родственник-искупитель ради своих близких. И вот в книге Руфь в роли родственника-искупителя, в роли Гоэль, выступает Ваос. Он не только выкупает поле Наимини, как мы прочитали только что, он выкупил поле, которое Наимин продала по бедности, но и он берет в жены Руфь, восстанавливая таким образом имя и удел Махлона. Ваос выступает в роли родственника-искупителя. Вот теперь, зная обо всем этом, давайте вернемся к истории Руфи и посмотрим, каковы основные характеристики родственного искупления. Во-первых, чтобы состоялось родственное искупление, должен быть человек, состоящий в кровном родстве с искупаемым. Если нет ни одного близкого родственника, нет никого, кто состоит в кровном родстве, тогда уже человека никто не может искупить. Должен быть кто-то из близких родственников. Посмотрите на первый стих. Ваос вышел к воротам, сидел там, и вот идет мимо родственника, о котором говорил Ваос. И сказал ему Ваос, зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. В этой истории как минимум два человека имеют достаточно близкую степень родства. Это сам Ваос и еще другой родственник. Итак, во-первых, искупитель должен состоять в близком родстве. Во-вторых, родственник должен иметь желание и возможность выкупить. Желание и возможность выкупить. Взгляните на стихи со 2 по 4. Ваос взял 10 человек из старейшин города, сказал, сядьте здесь, они сели, и сказал Ваос родственнику, Наимень, возвратившаяся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елемелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Что здесь произошло? Наимень по своей бедности была вынуждена продать поле. И теперь, чтобы поле не отошло другому семейству, его должен был выкупить ближайший родственник, как мы прочитали об этом раньше в книге Левит. И дальше читаем 4 стих. Ваос говорит ему, если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому, по тебе я, тот сказал, я выкупаю. Он говорит, если хочешь выкупить, выкупай. То есть родственник-искупитель должен был иметь желание осуществить вот этот вот выкуп. В данном случае этот ближайший родственник был готов это сделать. Почему он был готов выкупить поле? Хотя это не объясняется, но мы можем немножечко додумать вот эту ситуацию и предположить. Наверное, он знал, что у Наимини не было детей, и поэтому в конечном итоге поле достанется ему. То есть он думал, что у Наимини нет детей, он знает это. И поскольку о Руфе ничего не было сказано, ведь Руфь не обязательно обязана была бы выйти замуж повторно, да, она могла остаться так, как есть. И он не знал о ее желании выйти замуж повторно. Поэтому он не предполагал, что вот Руфь еще здесь покажется на горизонте, и у него возникнут какие-то еще другие обязательства –
И он предполагал, что речь идет только лишь о поле. И он был готов выкупить это поле, потому что в отсутствие наследников у Наимини он выкупит это поле, и это поле останется ему. У него было желание выкупить поле, и была материальная возможность это сделать. Но тут открывается еще одно обстоятельство. Оказывается, у умершего сына Наимини осталось не только поле, но еще и жена. Пятый стих говорит об этом. Воос сказал: «Когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». Воос говорит ему, что есть еще вот родственница, вдова, оставшаяся после умершего мужа, и ты, как ближайший родственник, должен и ее искупить, и должен взять ее в жены. И в этом раскрывается следующая характеристика родственного искупления. Родственник должен быть готов взять жену умершего. Он должен был готов жениться на искупаемой. И именно это ближайший родственник не захотел сделать. Вот как он сам это объясняет, 6 стих. «И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Нам не совсем понятно, почему именно он хотел и мог купить поле, но не захотел искупить Руфь. Его собственные слова, чтобы не расстроить собственного удела, они выглядят немножечко туманно. Не совсем понятно, что он имеет в виду. Но, возможно, когда он узнал, что должен жениться на Руфе и вырастить ребенка не для себя, а для умершего ее первого мужа, то это получается, что он будет этого ребенка растить, и этот ребенок заберет у него поле, за которое он сейчас заплатит, и таким образом это поле не достанется ему. Может быть, вот такими были его причины, его мотивы, и узнав об этом, он отказался. И тогда раскрылась еще одна характеристика родственного искупления. Отказ выполнить родственные обязательства, искупить родственника, был связан с позором. Отказ выполнить свои обязательства родственного искупления был связан с позором. Посмотрите на 7-8 стихи. «Прежде был такой обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: купи себе, и снял сапог свой». Что это за странный обычай такой? Что он означал? Этот обычай основывался на законе Моисеевом. В книге Второзакония, 25 главе, не только описывается обязанности родственника-искупителя, что он должен был взять в жены вдову, оставшуюся после его родственника, но и рассказывается, что будет, если он откажется это сделать. И вот что там говорится. Второзаконие, 25 глава, 7 стиха. «Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его». Старейшины, которые в это время вместе с Воозом сидят, помните, он же позвал старейшин из города, они должны были уговаривать этого родственника. И если он станет и скажет: не хочу взять ее, тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его. Вот что здесь мы читаем в этой истории, да, он снял свой сапог и передал Воозу. Снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему, и нарекут ему имя в Израиле — дом разутого. Конечно, в истории Вооза и вот этих вот старейшин, этого ближайшего родственника, Воос не плюет в лицо тому родственнику. Ну и закон не предписывает ему плевать в лицо, да, это должна была сделать вдова. А Руфь не присутствует на этих вот переговорах. Однако, хотя здесь без плевков обошлось, да, обошлось дело без плевков, тем не менее родственник остается разутым, и это все прекрасно понимают. Хотя никто с него насильно не стягивает этот сапог, но он добровольно это делает, и он тем самым соглашается на некое бесславие.
Отказ выкупить родственника связывался с позором, когда вот этот человек, то есть подразумевалось что в законе Моисеевом? Что это будет действительно мера такого социального порицания. Люди вокруг будут на этого человека смотреть сукаризной. Когда он пойдет после вот этого заседания суда, он пойдет домой, и пока он идти будет до своего дома, он будет идти разутым, без одного сапога. И все мальчишки во дворе будут смеяться над ним, все будут показывать пальцем и говорить: «Вон идет разутый». На самом деле в Израиле это связывалось с очень большим позором. Это для нас босиком бы пробежаться по росе. Это даже хорошо как-то, да? Вот. А в Израиле культура была очень сильно связана с идеей чести. Это была культура чести и стыда. И высокопоставленные люди, вот старейшины города, они настолько блюли свою честь, что они обязательно ходили в обуви. И пойти без обуви считалось позорным. Более того, они не только ходили в обуви, они даже надевали длинную-длинную одежду, хитон, который прикрывал их пятки. И если только они сверкали щиколотками ног, то это тоже считалось позором. А здесь представьте себе, не то, что у него щиколотки ног обнажатся, а он пойдет в одном сапоге домой. Это большой-большой позор. Все будут показывать на него пальцем, все будут кричать. Я не знаю, если бы у нас, у них в те времена существовало, на следующее утро он проснулся бы и на своем заборе нашел бы такую надпись: «Дом разутого». Все бы насмехались над ним, это позор. Итак, отказ выполнить свои обязательства, связанные с родственным искуплением, связывался с позором. И вот теперь, когда мы узнали о том, как работает это родственное искупление, мы можем более пристально взглянуть на одну из удивительных граней библейского учения об искуплении. Теперь мы уже будем говорить не о Воозе и Руфе, а мы будем говорить о Господе и Его народе, о том, как Господь искупает свой народ. И мы увидим здесь много параллелей. На примере истории Воозе и Руфе мы сможем понять, что Господь совершил для нашего с вами искупления. Итак, следующий пункт – это понятие о Яхве, то есть о Боге, о Господе, как о родственнике искупителя Израиля. Яхве как родственник искупителя Израиля. Библия учит, что Бог, библейский Бог, Яхве, это родственник искупитель израильского народа. Когда мы так говорим, сразу же нужно сделать оговорку. Что я не хочу сказать? Я не хочу сказать, что Воос это Яхве, а Руфь это Израиль. Я меньше всего хочу, чтобы после этой проповеди вы ушли отсюда, думая, что Воос – это Бог, а Руфь – это израильский народ. Или что Воос – это Христос, а Руфь – это церковь. Я этого не говорил и не хочу этого сказать. Нет, Воос – это Воос, а Руфь – это Руфь. Это реальные люди, которые жили вот в то время. Однако их история – это, пожалуй, единственная в Библии подробная иллюстрация того, как работает родственное искупление. И вот поэтому через призму этой истории мы можем увидеть одну очень важную библейскую доктрину, которая иначе осталась бы для нас нераскрытой и непонятой. Таким образом, с этого момента мы уже не толкуем книгу Руфь, не сделайте на этот счет ошибки. Мы, поняв, как функционирует родственное искупление, говорим уже отдельно как бы о Боге и Его народе, и о том, как Бог совершает искупление своего народа. С этого момента мы просто используем книгу Руфь в качестве иллюстрации, которая проливает свет на важную библейскую доктрину. Итак, Библия учит, что Яхве – это родственник-искупитель израильского народа. Слово «гоэль», обозначающее родственника-искупителя, в Ветхом Завете неоднократно используется по отношению к Богу. Он называется родственником-искупителем целого народа. Например, книга Исход, 6 глава, 6 стих. Исход 6:6. «Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцую простертую и судами великими». Вот на месте слова «спасу» в конце этого стиха стоит глагол «гааль». Буквально «искуплю так, как искупает родственник. Совершу родственное искупление». Таким образом, израильский народ выступает в роли родственника, который нуждается в искуплении.
А Бог выступает в роли родственника, который совершает искупление. Бог называется родственником-искупителем отдельных верующих. Псалом 68, 19. Псалом 68, 19. Давид пишет о себе. «Приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня». На месте слова «избавь» стоит тот же самый глагол «гааль». Давид просит о себе. «Приблизься к моей душе и соверши вот это родственное искупление моей души». Бог называется родственником-искупителем также особой категории людей, а именно сирот и вдов. Поскольку у сирот и вдов нет других родственников, сирота, ребенок, оставшийся без родителей, у него нет других родственников, и вдова осталась без родственников. Вот поскольку у сирот и вдов нет других родственников, Бог берет на себя обязательство быть их родственником, быть для них как родственник-искупитель. А значит, заботиться о них и защищать их особым образом. Притчи, 23 глава, 10-11 стих. Притчи, 23, 10-11. Там говорится, «Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи». Что значит межа давняя? Межа – это такая линия, как правило, канава в земле, которая разделяет одно поле от другого. Вот эта часть поля вот с левой стороны принадлежит одному человеку, та часть поля с правой стороны принадлежит другому. И вот эта вот межа, она разделяла границы земли. Здесь, в этом стихе, притчи 23.10, говорится о поле сироты, на поля сирот не заходи. То есть вот эта вот часть принадлежит сироте. Отец у него умер, он остался без родственников, без отца и матери. Сирота, он слабый, незащищенный и без других родственников. Может быть, он даже еще молодой, маленький. И вот приходит какой-то богатый человек, у которого большой семейный клан, в 30, 40, а то и 100 человек. И вот они приходят и начинают права качать и говорят, «Это твой отец забрал у меня когда-то, когда еще был молодым». И, в общем, они начинают передвигать межу, и они лишают его части поля. Они обижают человека, который не имеет родственников. Если бы у него были родственники, то эти родственники тут же пришли бы ему на помощь. И они защитили бы, встали бы на защиту, стали бы говорить, нет, мы свидетели, у нас есть свидетели, мы будем бороться за эту землю, вы ничего не сможете сделать. И на них не рискнули бы напасть. А сирота... один, его легко обидеть. Но заметьте, что дальше говорит Господь. «Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен». На месте слова «защитник» стоит слово «гоэль» в еврейском языке. То же самое слово «родственник-искупитель». У них есть родственник-искупитель, есть тот, кто вступится за них, как близкий родственник, есть тот, кто не даст их в обиду. И вот их родственник-искупитель, их гоэль – лучше, чем любой семейный клан, лучше любых самых сильных братьев, потому что это Бог. Он вступится в дело их с тобою. Вот что говорит Господь, поскольку у родственников, у сирот и вдов нет других родственников, которые бы их защитили, Бог берет на себя обязанности родственника-искупителя, чтобы их защитить. Поэтому будьте осторожны, не обижайте обездоленных. Чем слабее человек, тем более высока вероятность, что Бог вступится за него. Не обижайте его. Итак, Бог – это родственник-искупитель израильтян. Что из этого следует? Из этого следует очень многое. Перед нами раскрывается просто богатое, обширное, глубокое учение о том, как Господь нас искупает и что Он для нас делает. Во-первых, из этого следует кровное родство Бога со своим народом. Раз он называет себя Гоэль Израиля, родственник-искупитель Израиля, то значит, он называет Израиль своим родственником. Вы спросите, неужели Бог состоит в кровном родстве с Израилем? Да, Бог состоит в кровном родстве с Израилем благодаря тому, что он создал израильский народ чудесным образом. Вспомните, что Авраам был бездетным, и по всем человеческим критериям у него не было шансов родить наследника. Он был бездетным, и, как говорит Библия, утроба его жены, Сары, была в омертвении. То есть по всем человеческим признакам не было никаких шансов. И для того, чтобы родился Исаак, что потребовалось? Божье чудо.
И вот когда Господь совершил это чудо, Он фактически сотворил Исаака своим чудесным актом. И поэтому он называется родственником Израиля в силу своего сотворения. Поэтому Исаия говорит: «Только ты, отец наш», Исаия 63:16, «только ты, отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Что говорит Исаия? Авраам не узнает нас. Ну, действительно, Авраам узнал бы своего сына Исаака, узнал бы своего внука Иакова. Кстати, Авраам застал его где-то еще, если мне память не изменяет, я высчитывал как-то вот годы их жизни, кажется, 15 лет, как минимум, Авраам застал жизни Иакова и Исава. То есть, как минимум до 15 лет они росли при жизни еще Авраама. Вот. Ну, он их бы узнал. А дальше? Разве он мог бы узнать следующих своих потомков? Ну, конечно же, не мог, потому что он их не знал, они не при жизни его родились. И если посмотреть на много веков вперед, во времена Исаии, и Авраам посмотрел бы, то он вглядывался бы в лицо каждого из них и не узнал бы ни одного. Поэтому Исаия говорит: Авраам не узнает нас. И Израиль, то есть это второе имя Иакова, как вы помните, от имени которого израильский народ получил свое наименование, даже тот, чьим именем мы называемся, Израиль, Иаков, наш праотец, не признает нас своими. Он посмотрит и скажет: извини, не узнаю, ничего не могу помочь, вот хотел бы узнать, но не могу. Не признает нас своими, но ты, Господи, отец наш, от века имя Твое. То есть в силу вот сотворения израильского народа Господь является его родственником даже в большей степени, чем Авраам и чем Иаков. И вот это то, что он является отцом, родственником, отцом по факту сотворения, да? Раз он является отцом, родственником Израиля, то это дает ему право быть искупителем Израиля, как Исаия говорит в конце этого стиха: «Искупитель наш». На месте слова «искупитель» стоит именно вот это слово «гоэль». «Ты наш гоэль, потому что ты наш отец». Ты имеешь право стать нашим искупителем, и даже более того, ты берешь на себя обязательство искупать нас, потому что ты наш отец, ты наш родственник, ты сотворил нас. Далее из этого следует, что у Бога было желание и возможность искупить Израиль. Помните, мы говорили, что родственник-искупитель должен был иметь желание и возможность. Вот Бог имел и желание, и возможность искупить свой народ. В книге Исход 15:13 говорится о искуплении израильтян из Египта. Исход 15:13. «Ты ведешь милостью Твоей народ этот, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твою в жилище святыни Твоей». Избавил. На месте вот это слово «избавил» стоит глагол «гааль» – родственное искупление. Господь показал во время искупления Израиля из Египта, Он показал, что Он имеет желание, Он сам проявил в этом инициативу, Он сам послал Моисея. Даже когда Моисей пытался отказаться от этого, Господь уговорил его, послал его к Израилю. Господь совершил чудеса, и своей великой силой Он искупил Израиль из Египта. Он показал, что Он имеет желание и возможность совершить искупление. И если Он это сделал один раз в случае с искуплением из Египта, то Он может это сделать в любой другой ситуации, поскольку Он родственник-искупитель Израиля. Далее из этого следует готовность взять израильский народ в жены. Действительно, народ израильский изображается в Писании как жена Бога многократно. Много раз об этом говорится у разных пророков. Ну, например, Исаия 54, глава 5 стих, Исаия 54:5. «Ибо твой Творец есть кто? Супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется он». Заметьте, что здесь в одном стихе сочетаются два слова «супруг» и «искупитель». На месте слова «искупитель» как раз есть «гоэль», то есть родственник-искупитель. Родственник-искупитель, помните, был обязан взять вдову в жены и таким образом заботиться о ней, об этой женщине. Итак, здесь Бог называется искупителем Израиля на правах родственного искупления, и Он же называется супругом израильского народа. То есть Он состоит в завете с Израилем. Что такое завет?
Это договор. Что такое супружество? Это договор. Это завет между супругом и супругой. И вот когда Бог вступил в завет с Израилем, это сравнивается с тем, что он стал как бы мужем, который вступил в завет со своей женой. Видите, какие здесь глубокие параллели есть? И Бог, совершая искупление, называет израильский народ своей женой. Это подразумевает близкие отношения Бога со своим народом, и это подразумевает отношения безусловной преданности и верности. Безусловной преданности и верности. То есть, если Бог вступил в завет с Израилем, и Израиль стал женой Бога, то он не имеет права отступать от Бога. Любое обращение к другим богам будет супружеской изменой, прелюбодеянием. Поэтому-то в Ветхом Завете так часто идолопоклонство называется прелюбодеянием и сравнивается с блудом. Почему? Идея завета, как супружеский завет. Бог – супруг Израиля, Израиль – жена Бога. Ну и, наконец, еще один вывод, который мы можем сделать. Отсюда следует обязательство выкупить. Обязательство выкупить. Если Бог не искупит Израиль, то это было бы для него бесчестием. Однако Бог никогда не допустит бесчестия для себя. Никто никогда не сможет снять сапог с ноги Бога или плюнуть ему в лицо. Бог не допустит такого бесчестия для своей славы. Если Бог пообещал, то он обязательно искупит свой народ. И когда он сказал: «Заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет», то он обязательно это исполнит. И мы с вами живем в ожидании того времени, когда в последние времена, во времена уже семилетней скорби и Антихриста, Господь в конце великой скорби, совершив свою работу над израильским народом, весь этот народ развернет и повернет к себе и заключит с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Господь пообещал это сделать. Почему мы можем быть уверены, что Он обязательно вернется за ними и обязательно это сделает? Потому что Он родственник искупитель Израиля. Он никогда не окажется разутым. Царство Божие никогда не нарекут царством разутого. Бог обязательно исполнит свои обязательства. Ну и, наконец, еще одна тема, которая с этим связана. Не только Бог Яхве называется в Ветхом Завете родственником-искупителем Израиля, но и из всего учения Библии следует, что Христос является родственником-искупителем Церкви. Христос является родственником-искупителем Церкви. В книге пророка Исаии слово «гоэль», слова с этим корнем, встречаются 24 раза, в том числе в мессианских главах, то есть там, где говорится о Мессии, об Иисусе Христе. Например, в 52 главе, когда говорится, вот непосредственно перед 53, да, 53 глава, как вы помните, знаменитая, которая говорит об Иисусе Христе, о его страданиях, искупительном подвиге. И вот прямо перед этим говорится, как бы пророчески предрекая это: «Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим». Искупил. Гааль. Вот. Через Иисуса Христа совершается и искупление Израиля в конечном итоге, и через Иисуса Христа совершается искупление Церкви. Что из этого следует? Опять же, из этого следует очень многое. Как мы говорили, родственник-искупитель должен состоять в кровном родстве с избавляемым. И Христос стал кровным родственником человека через воплощение. Христу нужно было принять человеческую природу для того, чтобы стать нашим родственником, кровным родственником. И Он принял человеческую природу и стал нашим кровным родственником для того, чтобы иметь возможность совершить наше искупление. Послание к евреям, 2 глава, 14 стих. Евреям 2:14. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные». То есть, чтобы стать с ними заодно, быть с ними в родстве, чтобы иметь возможность совершить искупление, Он воспринял плоть и кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, посредством искупления. Итак, Христос – это не какое-то далекое для нас существо. Это не просто ангел, как утверждают свидетели Иеговы. Христос – это Бог, ставший человеком, Бог, воплотившийся, Бог, ставший нашим
кровным родственником для того, чтобы иметь возможность совершить родственное искупление. Христос принял такую же плоть и кровь, которая у вас, у нас с вами, чтобы нас искупить. Далее, у искупителя должно быть достаточно денег для покупки имущества. Если родственнику нужно было выкупить поле, то он должен обладать нужным количеством денег, чтобы за это поле заплатить. Есть ли у Христа достаточно денег, чтобы нас выкупить? О да, у Христа достаточно праведности, чтобы заплатить за наши грехи. У Христа достаточно праведности, достаточно заслуг, чтобы заплатить за наши грехи. Римлянам 5 глава 18 стих, Римлянам 5, 18. «Праведностью одного всем человекам оправдание к жизни». Праведностью одного, правду или праведностью, одно и то же слово. Праведностью одного всем человекам оправдание к жизни. Благодаря чему совершается наше оправдание? Благодаря чему Бог провозглашает нас невиновными? Благодаря праведности одного человека Иисуса Христа. У него достаточно заслуг, чтобы совершить наше искупление. Вы можете не сомневаться, что у Христа достаточно праведности. Если бы кто-то спросил у Христа, а можешь ли ты меня искупить? То Христос ни на секунду не задумывался бы. Он бы ответил, да, безусловно, я могу тебя искупить, у меня для этого достаточно праведности. Далее, родственник должен иметь не только достаточно денег, но он должен иметь желание выкупить наследство. Должен иметь желание. Хотя Гоэль обладал правом выкупа, никто не мог заставить его совершить выкуп. То есть, когда, допустим, в истории Ваоза и Руфи к этому ближайшему родственнику подошли и сказали, хочешь ли выкупить, он мог сказать да или нет. Он взвешивал уже последствия, он взвешивал то, что связано с позором и так далее, но никто не мог против его воли подписать документы и сказать, хочешь, неважно, ты искупитель. Нет, у родственника должно быть желание искупить. Так вот, Христос имел желание совершить наш выкуп. Он добровольно отдал свою жизнь ради грешников. В Иоанна 10 главе 17-18 стихах Христос говорит, Иоанна 10 глава 17-18 стихи. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Видите? Никто не заставляет, это мое желание, я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Христос добровольно пошел на крест, добровольно совершил наше искупление. Христос желает вас искупить. Любой человек, который подойдет ко Христу со словами «Господи, хочешь ли ты меня очистить?» услышит в ответ «Хочу, очистись». Наконец, как показывает история Руфи, искупитель должен был быть готов взять за себя жену умершего родственника. То есть он должен был быть готов жениться на искупаемой. Так и Христос называется в Писании женихом церкви. Жених церкви. Обращение человека ко Христу сравнивается с обручением жениха и невесты. 2 Коринфянам 11:2. 2 Коринфянам 11:2. Апостол Павел говорит, «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». Когда он говорит, что он вот основал эту церковь и через проповедь Евангелия привел к вере вот этих вот людей, они покаялись, обрели новую жизнь, он это называет обручением. «Я обручил вас единому мужу, Иисусу Христу, чтобы представить Христу чистую деву». И таким образом, наше обращение ко Христу связывается с обручением. А завершение нашего искупления – названо брачным пиром. Откровение 19 глава, 7-9 стихи. Откровение 19, 7-9. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый, вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые, на брачную вечерю Агнца». То есть завершение искупления после второго пришествия или при втором пришествии Христа – называется брачной вечерей. Мы знаем, что в древние времена брак состоял из двух частей. Первый этап – это обручение, а второй этап – это свадебный пир или брачная вечеря, то же самое. Так вот, обручение уже состоялось, когда мы обратились ко Христу. И во время обручения подписывался договор, брачный договор. То есть наш брачный договор, наш завет со Христом уже подписан.
Если мы обратились ко Христу, то мы уже состоим в завете с Иисусом Христом. Состоялось обручение. Но мы теперь ждем, когда Он вернется за Своей невестой, когда Он вернется за нами. И когда Он вернется, Он возьмет нас на брачную вечерю, на пир, который символизирует завершение нашего искупления. Так вот, через искупление Христос вступает с вами в особые отношения. Теперь вы уже не чужие и не пришельцы, но свои Богу. Христос берет вас к себе, в свою семью, принимает вас как часть своей собственной семьи. Когда искупитель, родственник-искупитель, искупал вдову, то он не просто поселял ее где-то отдельно, на окраине своего поселения. Он не просто посылал ее куда-то жить отдельно, так, чтобы там посылать ей иногда какие-то деньги или пищу, чтобы она не умерла с голоду. Но он принимал ее в свой дом. Он принимал ее на правах родственницы, как свою жену, как близкого человека, вводил ее в свой собственный дом, в дом отца. Вот то же самое делает Христос. Христос, совершая наше искупление, не просто оставляет нас на задворках где-то, а Он вводит нас в дом Отца. И, как Библия говорит, принял нас в свою славу. Он ввел нас в самое лучшее, что у Него есть. Все свои богатства, все свои сокровища разделил с нами. И вот то, что мы вступаем в такие особые отношения, в заветные отношения со Христом, подразумевает, что от нас требуется безраздельная преданность Иисусу Христу. «Да не будет у вас других богов пред лицом Христа, потому что единому мужу вы обручены. Есть один родственник-искупитель, который избавил вас из власти сатаны, из царства сатаны. Один только, который заплатил за вас цену. Один, который вступил с вами в завет, как бы как в брачный союз». И вот эти отношения обещают, что Христос непременно доведет искупление до конца. Христос никогда не останется с одним сапогом. Его дом никогда не назовется домом разутого. Тысячелетнее царство Христа никогда не будет царством разутого. Он обещал вернуться за нами и обещал принять нас в свое царство. И если Он пообещал, то Он обязательно это искупит, это совершит. Если бы только Он это не совершил, то тогда это было бы позором для Него, но Он никогда не допустит такого позора. В книге Осии, 13 главе 14 стихе говорится, Осия 13, 14, «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». Христос непременно довершит наше искупление так, что мы будем избавлены от ада и смерти. Эти отношения подразумевают, что Христос непременно вернется за Своей Церковью. Как мы только что упомянули, в Древнем Израиле брак складывался из двух частей – обручения. И вот во время обручения подписывался брачный договор и давались дары. Это вам ничего не напоминает? Когда мы обратились ко Христу, был подписан брачный договор – завет. Мы вступили в новый завет, в завет со Христом. И во время обручения жених давал невесте дары. При нашем обращении ко Христу и вступлении с Ним в завет, Он раздал нам дары Духом Святым. Жених оставлял вот эти вот дары как бы в знак того, что он обязательно вернется за своей невестой. И нам был дан Дух Святой, как залог того, что жених обязательно вернется за нами. Христос вернется за своей церковью. И если только жених не вернулся бы за своей невестой, то он потерял бы эти дары. И если бы Христос не вернулся за своей церковью, то получилось бы, что он потерял Дух Святой. Как это может быть? Троица раскололась бы, Дух Святой был бы потерян для Отца и Сына. Это никогда невозможно, такого не может быть, Бог этого никогда не допустит. Поэтому то, что Он дал нам залог Духа Святого в сердца наши, это стопроцентное, я не знаю, если бы было возможно, 110-200% максимальное, это полная гарантия того, что Христос обязательно вернется за нами. Он не оставит нас одних на этой земле. И вот после этого, после обручения, жених уходил в дом отца. Для чего? Для того, чтобы подготовить жилище для своей невесты.
Как правило, если они вели полукочевой образ жизни, то жених в это время шил палатки, чтобы изготовить шатер для своей невесты, куда он ее приведет. Если они жили в постоянном доме, в каменном доме или глиняном доме, то он пристраивал к дому отца еще одну комнату, еще одно жилище, куда он ведет свою невесту. Помните, как Христос сказал: «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». То есть Христос ушел в дом отца для того, чтобы приготовить место нам, если бы это было нужно. Но он говорит, там и так обителей много. Он готовит небесный Иерусалим, в который он примет нас с вами. И вот после того, как жених приготовил место для своей невесты, он возвращался за своей невестой. В те времена не было сотовых телефонов. Он не мог позвонить и сказать: «Дорогая, ты уже готова? Так, все, выхожу». Поскольку не было сотовых телефонов и не было возможности предупредить, нет, ну так-то, конечно, наверное, послов могли заслать и сказать, что там «будьте готовы, уже скоро, уже вот-вот идет». Но на самом деле невеста должна была ждать его каждый день. У нее ее платье должно было быть наготове, лежать на видном месте, чистенькое, приготовленное, чтобы все было хорошо. Также и церковь должна ждать Иисуса Христа каждый день. И ее праведность всегда должна быть чистой. Поскольку она не знает, когда за ней придет жених, и она не хочет подвергнуться такому стыду, чтобы прийти на брачный пир в порванном и грязном платье. Она всегда должна хранить свою чистоту, свою праведность перед Иисусом Христом. И она должна ждать Его каждый день, не зная, в который день Он придет. Но как только услышат подружки невесты, услышат, что там где-то звучит громкая музыка, звучит оркестр, звучат трубы, тогда они сразу же бегут и говорят: «Жених идет, жених идет!» И невеста спешно переодевается, и жених вот с этой брачной процессией в сопровождении своих друзей, с музыкой, с радостью, он входит к невесте, берет ее и отводит ее в дом отца. И первое, что происходит в доме отца, это брачный пир. Вот то же самое совершит Христос. Мы ждем Его возвращения за церковью. Это жених возвращается за своей невестой. Мы не знаем, когда Он придет, поэтому должны быть готовы каждый день. И когда Он придет, раздастся глас архангела. Жених идет. Раздастся звук последней трубы, как сказано. Да, при гласе архангела и при последней трубе. Придет Господь в сопровождении ангелов своих. Как жених в сопровождении друзей. Он придет в сопровождении ангелов своих, чтобы восхитить церковь, забрать ее к себе на небеса. И первое, что будет после этого, это брачная вечеря Агнца, то есть большой пир, в котором, во время которого он будет раздавать награды, вознаграждать свою церковь, прославлять церковь, преображать ее. И вот этот вот огромный радостный пир будет началом тысячелетнего царства, началом вот этого периода правления Иисуса Христа на земле, в котором и церковь будет присутствовать как его невеста. Однажды к пожилой женщине в Шотландии пришел молодой и неопытный церковнослужитель. Он стал спрашивать ее, уверена ли она в спасении. Она ответила: «Да, уверена». Но он все-таки продолжал допытываться: «А что, если Бог все-таки отправит вас в ад?» Женщина подумала и спокойно, но твердо ответила ему: «Тогда Бог потеряет больше, чем я. Если Бог отправит меня в ад, то Бог потеряет больше, чем я. Я потеряю только свою душу, а Он потеряет свое доброе имя». Бог никогда не назовется разутым. Бог никогда не подвергнется бесславию. Поэтому, пообещав искупить свою церковь, Он обязательно искупит ее. Он никогда славы своей не даст иному, и Он никогда свою славу не подвергнет такому позору. Он верен нам бесконечно. Действительно, мы с вами можем быть уверены, что этого не произойдет, потому что Христос стал нашим кровным родственником через воплощение, имеет достаточно праведности, чтобы нас искупить, хочет нас искупить,
обручен с нами, так что Он непременно за нами вернется и доведет дело искупления до конца. Поэтому Павел и говорил в послании к филиппийцам, 1 глава, 6 стих, «Будучи вполне уверен, что начавший в вас доброе дело будет совершать его», буквально в оригинале «совершит», «совершит его до дня Иисуса Христа». То есть тот, кто начал, тот доведет до конца. Тот, кто обручился, тот придет за своей невестой. Тот, кто назвался родственником-искупителем церкви, обязательно довершит искупление до конца. Давайте помолимся и поблагодарим Господа за Его великое искупление в жизни церкви, в нашей жизни. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты великий Бог и за то, что Ты великий Искупитель. Поистине, когда мы размышляем о спасении, мы не можем до конца проникнуть в Его тайну. Оно настолько многогранно, оно настолько глубоко, оно настолько чудесно, что оно выходит за рамки человеческого замысла. Если бы это от нас зависело составлять план спасения, то он получился бы невзрачным, слабым, человеческим. Но слава Тебе за то, что Ты сам составил этот план, и Ты приводишь его в исполнение. Этот план великий, и он поражает нас. Хвала Тебе, что Ты стал нашим родственником-искупителем и совершаешь это искупление. Ты принял нашу плоть и кровь в лице Иисуса Христа, чтобы искупить нас. И Ты заключил с нами завет, по которому Ты непременно вернешься за нами. И искупишь до конца наше тело. И сейчас мы живем в ожидании этого, в ожидании усыновления и искупления тела нашего. Благодарим Тебя, что верен обещавший, что Ты обязательно доведешь до конца то, что Ты начал в нас делать. Мы благодарим Тебя за это и прославляем Тебя. Аминь.